Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко, не смогла сдержать эмоций и гневно ответила всем хейтерам, которые окрестили ее свадьбу со спортсменом полным провалом. Свое послание Анастасия оставила в качестве подписи к одному из фото в Инстаграм, объявив, что все слухи по поводу прошедшего торжества распустили злюки, которых даже не пригласили на мероприятие. Пользователи сети, изучив фото и видео со свадьбы, решили, что торжество было устроено довольно скромно и, ко всему прочему, сильно напоминало предыдущие свадьбы Тарасова, в особенности с певицей-телеведущей Ольгой Бузовой. Кроме того, Дмитрия упрекнули в том, что он весь вечер занимался исключительно собой и друзьями, не обращая внимания на Костенко. Точно неизвестно, какие именно из критических отзывов больше всего задели Костенко. Однако спустя несколько дней она разразилась тирадой, видимо, надеясь развенчать появившиеся слухи. Модель заявила, что на самом деле праздник прошел великолепно, и у всех гостей глаза не то что сверкали, а горели без остановки, и ни один человек не остался без внимания. Костенко назвала негативные отзывы о свадьбе «баснями Крылова», отметив, что их сочиняют люди, которых никто не приглашал на торжество. В их число, по словам Костенко, входит и шоумен Павел Тележинский, который пошутил о Тарасове, мечтающем вернуться к Ольге Бузовой. «Лично мне все понравилось. Разве это не мой праздник?» – заключила свой пост модель, видимо, считая эту фразу главным аргументом.